Блокнот Воронеж, Виктор Лихадзиевский. Да. Скажите, ну, отличная кампания прошла. Скажите, вы гордитесь 94% за победившего кандидата Вань Анинскими? У нас явка разная. Я не про где-то явку она сейчас. Побольше, где-то у нас поменьше. Вот. В этом году для того, чтобы составить свое мнение о том, как прошла кампания, в первую очередь нужно разделить понимание кампании с точки зрения избирательного права процесса и качества работы комиссии. У меня нет никаких претензий и нареканий к работе ни участковых, ни территориальных, ни субъектовой комиссии. Это хорошая, качественная работа. Если смотреть на результаты голосования, назовем так, с гуманитарной точки зрения, или с точки зрения социологии, политологии, отношения внешней оценки, я полагаю, что более уместно это сделать в более спокойной обстановке, когда мы проанализируем результаты, или вы проанализируете результаты, мы уже со своей стороны это сделаем отдельно, вот, и дадим соответствующую оценку. В этой ситуации, я полагаю, было бы уместно принимать во внимание как минимум следующие элементы, которые влияли на ситуацию. Это общий федеральный тренд, связанный со специальной военной операцией и консолидацией общества. Вот, умение выразить свою волю, вот, поддержать курс государства. Это первый большой фактор, которому еще предстоит дать оценку. Второй серьезный и значимый фактор, который нам следует иметь в виду, это проект мобильной участковой избирательной комиссии. Воронежская область входит в число немногочисленных регионов по своему количеству, которые почти 100% УИК. И членов УИК, у нас их участвовало в общей сложности более 5200, вот, в обходах, в адресном, индивидуальном информировании избирателей. Вот такая работа, а мы видим по той статистике, которую имеем, она объективно фиксировала контакты, вот, состоялись контакты в общей сложности в двух волнах более чем с миллионом избирателей. И мы для себя фиксировали, что в избирательных, которые проживают преимущественно в сельской местности, в муниципальных районах, контакт был лучше. Количество контактов тоже было больше. А в городе Воронеже, ну, к сожалению, так есть. Да? Контактов было меньше, и, соответственно, мы видим в конечном итоге, что косвенно можно сопоставить результаты обходов мобильной УИК с результатами той явки, которая существует у нас уже сейчас в протоколах. Вот. Есть и масса других факторов, которые, я полагаю, было бы уместно проанализировать уже потом дополнительно, оценивая кампанию эту спустя некоторое время и готовясь к следующей кампании. Напомню, у нас кампания губернатора. Можно уже сейчас один фактор уточнить из вашего ответа. Правильно ли я понял, что консолидация общества в связи с СВО в Воронеже в 5 раз меньше, чем в Анне? Мне сложно ответить на этот ваш вопрос, да, потому что он впрямую не связан с как раз с результатами, я считаю.